Сезон пожаров стартовал. Возгорание, когда речь идет о весеннем пале, оборачивается гектарами ущерба. На подобных рейдах спасатели напоминают жителям о правилах проведения сезонных работ. Да вот вышел утром, надо подбирать мусор. Подбирать, жечь нельзя. Да нет, у меня там, я складирую, там перегниет. Обычно риск не осознают. Так пенсионер из Калманского района сжигал траву на своем участке, а в итоге спалил 2000 квадратных метров поля. С начала года в пожарах на территории края погибло 70 человек, еще 40 получили травмы. По данным МЧС, основная доля возгораний происходила именно в жилом секторе. О том, что огонь опасен, в памятках напоминают особой категории населения. Люди, употребляющие спиртные напитки, ведущие асоциальный образ жизни, не работающие, которые могут курить в постели. Но когда полной уверенности в том, что люди не станут баловаться огнем, нет, остается полагаться на высшую справедливость. Где не слышат спасатели, надеются в МЧС, услышат слова Божьи. Как говорит священник, те самые социальные личности и в церковь ходят. Сегодня в храме села Санниково провели молебен о противопожарной безопасности. Читать его будут дважды в месяц для профилактики. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.